В Украине вводят чрезвычайное положение во всех областях, кроме Луганской и Донецкой. Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщил секретарь Совета Алексей Данилов. Совет нацбезопасности и обороны просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться в зависимости от региона. Что касается Донецкой и Луганской областей, секретарь СНБО объяснил, что там вводить чрезвычайное положение невозможно, там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия. Отвечая на вопросы журналистов, Данилов уточнил, что чрезвычайное положение вводится на 30 дней. Чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!